Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня видео будет сопровождаться уютным потрескиванием с пламени свечи, отдаленным гулом какого-то дизельного инструмента, но я надеюсь, что то, что за окном, особо слышно не будет, по крайней мере, очень хочется в это верить. Сегодня колоды две серьезные. И колода тра-ля-ля, как я это называю, для того, чтобы немножечко разбавить обстановочку. Кому уж что здесь захочется выбирать для себя, каждый имеет право сделать индивидуальный свой выбор. Итак, у нас сегодня общий расклад. Я думаю, что вы справитесь здесь с выбором колоды без дополнительных, почти великих и немножко ужасных фруктиков и фигурок. И выберите свою позицию так, как это будет оптимально, исключительно руководствуясь своей интуицией. Вопрос такой: ваше место в сердце человека. Действительно ли вы имеете вообще какую-то силу влияния на него? Любит ли ваш человек? Может злиться, может наоборот ненавидеть. То есть в целом вы можете загадывать кого угодно. Хоть родственников, хоть вторую половинку, хоть друзей, хоть сотрудников на работе. То есть вообще ваше место в сердце человека, насколько сейчас вы и ваше присутствие важны в жизни этого человека, насколько часто о вас думает, может быть, есть какая-то обида. Тоже обо всем об этом будем говорить. Если на эту или другую тему вы хотите индивидуальную консультацию, то в прикрепленном комментарии в описании к этому видеоролику ссылочка на видео, где подробно с уважением к вам рассказывается, как вы можете получить индивидуальную консультацию для себя. Такой момент, друзья. Большое количество колод у меня лежат в очередь на обзоры. Но пока так сложились обстоятельства, что вообще не было никакого времени абсолютно как-то читать мануалы. А я обычно стараюсь все-таки просмотреть хотя бы наискось мануал, прежде чем делать обзоры. Поэтому есть одна колода достаточно сложная в подарок от Дуфина. Она как подарок появилась у меня. И вот с ней, я думаю, что достаточно долго предстоит мне еще повозиться, поизучать, поразмыслить, а для этого нужно выделить время. А пока что все события какие-то очень быстрые, несущиеся куда-то вдаль. И, честно говоря, я не очень пока могу сосредоточиться, выделяя какое-то большое количество времени для того, чтобы решить вот эти вопросы и снять обзоры. Но я думаю, что все у нас впереди, появятся у меня окошки временные для того, чтобы все-таки более внятно, более серьезно отнестись к этому вопросу и сделать не просто обзор из области, ой, какие красивые колоды, ой, как интересно, ой, как классно, а все-таки сделать нормальный, хороший обзор, по которому человек сможет действительно принимать решение, нужна ли ему такая колода, может познакомиться, понять какие-то арканы лучше. Поэтому не хотелось бы просто бракоделания, поэтому пока что с обзорами немножечко заклинило меня. Я думаю, что вы это поймете. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Она первая по порядку открытия будет у нас. Давайте посмотрим, что же нам здесь расскажет колодушка. Давайте вообще, во-первых, по поводу сердца человека. Ну, вы знаете, человек закрыт сейчас достаточно. Возможно, человек вообще где-то в отъезде или занимается делами, которые касаются его прошлого. Его как будто бы задернули в это прошлое, из которого он уже выбрался фактически. Здесь может как отображаться? Может отображаться история, как взаимодействие какое-то с бывшими женами, вопросами с ними. Или, допустим, человек уволился, но опять его выдрали куда-то. Ему нужно там двигаться на работу, на бывшую, для того, чтобы что-то решить. Поэтому пока что, честно скажем, человек нацелен на свои дела. Человек пытается упрочнить как-то свое положение и занят другими людьми, которые находятся вокруг. Но у тех, кто состоит в формате любовных треугольников сейчас, я думаю, что ощущают это достаточно явно. Для тех, кто не в любовных треугольниках, здесь просто у человека пока есть определенная перенаправленность на другие дела. Но в любом случае же отношение какое-то к вам со стороны человека есть. Вспоминает ли он вас? Ну, вы знаете, могу сказать, что вспоминает, но это на фоне ассоциации с какими-то другими людьми и пытается почему-то сейчас мысли о вас выбросить из своей головы. Может быть, это обидно кому-то слышать, такой злой, да, изначально вот этот расклад, этот вариант. Но я скажу так, что лучше понимать, что происходит, для того, чтобы правильно потом себя вести и благоприятно для себя, чем вот как-то пукнуть в лужу, да, было бы не очень
Приятно. Давайте смотреть дальше. Ну да, здесь человек вообще закрылся, перенастроился на другие вопросы, на какие-то решения других моментов. Кто-то вообще умудрился бывших загадать здесь. Есть такой момент. Не у всех, но есть такие люди. Человек считает, если вы даже будете ему предъявлять, он скажет, а что ты хотела, ты там или хотел, ты сама занимаешься своими делами, и ты сама там устанавливаешь какие-то границы, что писать тебе там после 10 вечера нельзя, или звонить тебе в 8 утра нельзя, или какие-то вот такого рода вещи. То есть человек даже может предъявлять, что вы сами от этого человека защищаетесь, и что у вас тоже есть свой круг общения. А если это любовные треугольники или квадраты, то здесь будут во главу угла ставиться дети и партнеры. То есть будет говорить, чья бы корова мучала, ты сама, допустим, замужем. То есть здесь вот будут какие-то подобного рода упреки. Но я вам могу сказать, что человеку вы определенный урон эмоциональный нанесли. И больше всего все-таки здесь какие-то заигрывания именно в плане прошлого, давних знакомств или уже прошедших ситуаций. То есть даже если вы маму, например, загадали, то здесь история, когда она вот считает, что я уже в тебя сильно вложилась, и я из-за тебя что-то потратила, и сейчас есть какие-то другие форматы. Но здесь к вам достаточно человек, знаете, как психанул и решил на какое-то время отдалиться. Вот такая история. То есть надо, чтобы у человека, ему надо, это не вам надо, скорее всего, чтобы у него немножечко подзажили раны эмоциональные. А есть такая возможность, что в ближайшие несколько недель, месяц, если вы, допустим, не живете вместе, вы сможете встретиться на каком-то мероприятии или окажетесь на одном каком-то событии. Это может быть, ну, где-то вот от 2 недель до месяца приблизительно есть такой момент, вероятность какой-то встречи. А если вы мужа, например, загадали, с которым вы живете, то это значит, вы можете пойти на какие-то мероприятия вместе. Так, что у нас тут дальше на месяцок два? Ну, смотрите, как-то вот не оттаивает пока что человек, но если нужны будут какие-то моменты помощи официально, да, там вот, допустим, закупка продуктов, еще какие-то моменты, нюансы по дому решения, оплата коммунальных услуг, то да, человек это будет делать, потому что это его обязанность. Вот такие моменты тут есть. Ну, кто-то прям назагадывал, знаете, родственников или достаточно близких людей, далеко идущие ситуации. Давайте вам предостережение, совет. Не пытайтесь подавить человека, не пытайтесь, знаете как, прославиться за его счет и подавить его жестко, потому что это может нанести непоправимый вред в целом взаимоотношениям, если вы хотите, чтобы дальше были какие-то взаимоотношения. Но если не хотите, то хозяин-барин, кто как хочет, так и действует. Здесь вообще рекомендуется, если будет возможность, принять помощь или помочь этому человеку, отдавая даже, может быть, собственные кровные, вот то, что нажито непосильным трудом, особенно если у человека проблемы по здоровью, то в это вложиться и какое-то время не трогать. Вот то, что вы можете сделать, то, что вы можете отдать, это будет благоприятно, если вы будете поступать в таком ключе. Последует ли какая-то благодарность? Ну, здесь, кстати, да, у вас через, не сразу, но через определенный момент времени человек ответит вам тем же. То есть здесь человек не неблагодарная скотина, он в конце концов все-таки воспримет какой-то ваш хороший шаг в свой адрес и несколько позже, опять же, скорее всего, воздастся вам по делам вашим. Но пока эта позиция, эта атмосфера, эта обстановка, когда вы скорее здесь должны вкладываться или отказаться в добровольном порядке от чего-то, что принесет пользу данному лицу. Надо это вам или нет, каждый решает для себя. Здесь никто командовать вам, естественно, не будет. Но взвесьте все за и против, потому что ситуация такая, достаточно серьезная. Для тех, кто выбрал позицию номер раз, она вторая по порядку открытия. Давайте здесь посмотрим, что же здесь у нас. Скорее всего, вас с человеком связывают какие-то финансовые вопросы. И здесь человек может юлить касаемо этих финансовых вопросов, особенно если это про работу или недвижимость. Человек, кстати, надеется, что все само рассосется. Вот он хочет куда-то бежать, может что-то обещать, но при всем при этом не выполнять обещанное.
Через какое-то время он скажет: «О, Юль, ну что ты, ну вот там, давай через месяц приходи, давай через три приходи». Вот, скорее всего, на ближайшие месяца три такая политика партии вообще будет со стороны этого человека как определенное затягивание с обещанием чего-то впереди, возможно, но это не точно. Что бы человек ни говорил, особо доверять ему в формате финансовых каких-то договоренностей не советуется, потому что эти финансовые договоренности будут затягиваться, они будут периодически меняться, накидываться какие-то новые вводные, и надо ли это вам, ну, решать каждому для себя, естественно. Человек привык к вам, привык к вашему присутствию в своей жизни. Если вы особенно работаете вместе или помогаете как-то в работе, то человек может наблюдать за вами очень тщательно, может быть, даже перенимать какой-то рабочий стиль, воровать ваши фразы дословно, как-то вот, да, все это воспроизводить. Очень даже может быть такая позиция со стороны человека. Осознанно или нет, но вы знаете, вполне осознанно. Человек, может быть, не придает особого значения тому, что он делает, но будет наблюдать за вами достаточно внимательно. Человек считает, что вы везунчик, что вам и так хорошо, что а что, вот там он переехал, или а что, вот он на море хорошо съездил, а почему и нет. То есть вас не жалеют в этой ситуации. Считают, что вы вполне себе человек такой, ну, успешный, везучий, и причем не говорят о том, что вы трудитесь много для того, чтобы что-то получить. Здесь больше история, когда: «Ой, ну повезло так, обстоятельства сложились, ну молодец, там работает, ну а что ей помогать, а что ей, она деньги подождет, потому что у нее есть». Вот здесь такая позиция со стороны человека, и она в целом процветает в его уме. Не могу сказать, что, вы знаете, человек, который ради помощи себе и ради того, чтобы показаться помощником таким каким-то больше, чем он есть на самом деле, даже способен обмануть вас и уже обманывает, скорее всего. Более того, здесь есть экземпляры, которые общаются с бывшими там любовниками, сотрудниками, с бывшими друзьями, когда вам это не очень нравится. Вот здесь есть такой момент, то есть человек считает, что все как было, так и есть, и оно будет оставаться, не боится вас обидеть как-то. Что-то злые какие-то сегодня позиции. Что такое? У кого будет уже идиллия на 200%? Но человека ждет какая-то неприятность, ему нужно будет быть сильным, потому что может случиться большая неприятность в его жизни. А если человек в браке или на официальной работе, он дальше будет поддерживать такое свое положение, социальное или юридическое. Но смотрите, человек склонен обижаться и обижать, припоминать то, что было, и затягивать ситуацию в рамках того, что происходит. Влияние женщины, знака воды или воздуха, жесткой, безэмоциональной, может здесь быть. Давайте на месяцок вам, но здесь дольше месяца история. Отстаивание своей территории. Не входи в мою комнату, не входи в мой кабинет. Я уехал, когда будет надо, я позвоню. Вот такая позиция. И из области «не затрагивай». Это мои дела, сюда не лезь. Вот такая может быть история. То есть вы в какой-то момент даже поймете, а не сдаться ли мне, а не отойти ли мне вообще в сторону из-за того, что происходит, и не жить ли своей жизнью. Но человек вдруг, ни с того ни с сего, как может показаться, вдруг может все-таки дать еще шанс какому-то вашему взаимодействию. А может быть, вы дадите этот шанс, или он попросит у вас этот шанс. Ну вот смотрите, здесь опять же карты говорят о том, что вам, сейчас посмотрим, что это вот из области, да, как достается карта дня. Бывает, загадываешь вопрос, достаешь карту дня, и вот что получается. Вот переворачивается, а тут смотришь, ага, а вот что, и приходится трактовать сразу все, что выпало. От этого могут быть странности в трактовках. Смотрите, здесь не берите на себя ответственность больше, чем нужно. И слишком не эмоционируйте, потому что вы можете повредить этим своему здоровью. Тем более не пытайтесь под рюмочку чая поговорить с человеком из области: ну давай коньячка накатим, поговорим там, или шампусика выпьем. Это только навредит ситуации. Вам пока что не нужно коннектиться в этом ключе. Это не ваша история здесь. Это будет неправильно, это будет для вас дискомфортно, чего бы не хотелось. Но здесь, кстати,
Если есть вопросы, кто должен тратить на аренду, на жилье, на кабинет, на что-то, да, возьмите, потратьте, и потом уже разбирайтесь спустя какое-то время для того, чтобы себе не организовать неприятности. А вообще наступило время волшебного пенделя. Здесь вплоть до того, что после определенного сообщения имеете полное право отправить человека в бан. То есть, знаешь, Алёш, ты там коммуналку не заплатил или там ты аренду не заплатил, поэтому адьюс. Второй замок замыкается, и ты не можешь зайти. То есть здесь такой формат, когда вы можете физически человека не допустить к какой-то коммуникации, и это ложится как рекомендация. Как вы это будете делать? Ну, это, естественно, личное дело уже каждого в таких ситуациях. И, конечно, у нас позиция тырым-бырым сегодня. Тру-ля-ля, как я ее называю, потому что яркая, сказочная, красочная такая колода. Давайте посмотрим, что она. Она тоже злая у нас сегодня будет? Или все-таки попустила как-то расклад? Ага, две карты сразу. Ну, вы знаете, здесь либо затишье перед бурей, либо была буря, и человек готовится к следующему броску, к следующему конфликту. Для кого-то это после примирения очередной скандал со слишком эмоциональным человеком, для кого-то это мужчина до 40, для кого-то женщина знака воды или воздуха, капризная и эмоциональная. Вот здесь вот выливается как то, что называется: а ну-ка давай-ка, родной мой, проясним, что вообще происходит. И свеча зашкварчала. Очень эмоциональным может быть конфликт с притягиванием за уши сюда третьих лиц. Называется, я не просто с Верой поругаюсь, я еще и Лену приглашу, чтобы она послушала, как все это выглядит. Ага, что такое сегодня? Ну, здесь, знаете, вот из области никогда такого не было, и вот опять. Вот то же самое, то, что уже было с этим человеком, оно сейчас будет повторяться. Ну, человек считает себя и вас весьма серьезным, считает, что вы в своем деле профи, считает, что вы уже изучили хорошо все то, что могло даваться, и вы будете пользоваться теми шансами, которые вам дает судьба. Более того, считает, что вы вкладываетесь достаточно много в свое хобби или работу, или в то, что нужно сделать руками в собственном доме. У человека есть какие-то тайны от вас однозначно, у человека меняется отношение сейчас к вам. Возможно, здесь будет предъява какая-то. Вот когда я болел, ты даже не позвонила. Или, допустим, вы можете сказать: знаешь, дорогой, я болела, а ты не позвонила. Он скажет: ну, я не мог, у меня там было что-то другое, а ты сама вот тоже. Здесь есть все-таки со стороны человека потребность возвращаться к мыслям о вас периодически, к какому-то разговору, но ему за это могут устраивать трепку, или потом это выливается в какие-то достаточно холодные обсуждения. А зачем ты ему или ей звонил? А почему это все происходило? То есть здесь человек наблюдает, увы, у человека в сердце есть, отслеживает ваши финансовые успехи, если у него на это есть какая-то возможность у этого человека. Но я вам могу сказать так, что в суете человек сейчас на своих эмоциях больше теряет, чем приобретает. Собирается спорить, доказывать что-то свое, но это больше как спортивный интерес, знаете, не столько вопрос в том, чтобы прийти к чему-то справедливому, сколько ситуация, когда баба-яга может быть против и не против об этом поговорить. Можете услышать фразу: ты что, об этом поговорить хочешь? Но я вам скажу так, ситуация стабилизируется, как это уже когда-то было. Если это в браке какая-то встряска была, то брак останется цел и невредим, но вздрючен слегка. Если это какие-то отношения, то тот, кто передавливал всегда, он и передавит в этот раз. Единственное, что может вылететь как пробка, женщина знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная, или она может пасть жертвой вот в этой ситуации, когда все проясняют отношения между собойчики. Вам сейчас не стоит закрываться, то есть если вы поставите какой-то ультиматум, закроетесь, завершите ситуацию, заблокируете человека, то
это будет, во-первых, превратно понято, во-вторых, вы не сможете тогда восстановить вопросы доверия, взаимодействия. А лучше покажите симпатию и покажите, что я готов потратиться. Я готов потратиться, я готов сделать какой-то шаг вперед. Или вот смотри, я для тебя приготовил или что-то нашел, или купил твои любимые конфеты. В любом случае, здесь вот нужно немножечко зацепить эмоции этого человека. И сделать это очень просто, а не в тех целях, что у нас будет серьезный разговор, поэтому приходи на ужин, будут твои любимые, там, допустим, твоя любимая карбонара. Нет, здесь именно вопрос о том, что просто стоит что-то человеку дать, чем-то угостить, что-то отдать, что он любит, для того, чтобы наладился коннект и состоялся разговор по душам. Потому что здесь разговор по душам вполне оптимален, и вы можете реально опять прийти в состояние, когда вы на одной волне, и начать все сначала. И каждый может остаться в состоянии, да, вот когда чувство собственного достоинства не уязвлено, и человек в порядке после какого-то разговора. Поэтому здесь не столько продолжен, сколько прохочется, должен идти разговор и налаживание каких-то позитивных все-таки моментов коммуникации должно присутствовать. Такая, друзья, здесь интересная позиция. Ну, могу сказать, что колода своей яркостью оправдала ожидания, наверное, которые на нее возлагались. И самый добрый расклад получился сегодня у нас на ней. Всем хочу пожелать удачи и благополучия. Приходите в Телеграм, ссылка в прикрепленном комментарии, кликайте и просто переходите в Телеграм. Там более камерное общение, более такое вот, что ли, теплое, личное. В любом случае присоединяйтесь. Контент, то есть там практически не дублируется контент, который идет здесь на Ютубе. Либо если есть какие-то дубль-варианты, то это спустя достаточно длительное время, когда они вновь становятся актуальными. И еще есть такой момент, когда бывает, люди создают просто аккаунт и там постят ссылки на YouTube полностью, никак иначе. Вот такого не будет. То есть иногда, может быть, на какие-то видео, да, ссылку я буду размещать, но мы в основном там общаемся, там есть совет дня, то есть вы проснулись с чашечкой кофе, и практически каждый день вы понимаете, что будет дальше, как себя вести, как в вашей ситуации будет отрабатываться ситуация в целом, общение с окружающими людьми. Я желаю всем удачи и благополучия. Пошуршим вот так вот свечкой еще. Всем до встречи, друзья. До свидания.